Добрый день, господа. Позиция детский планшет-органайзер для рисования. Выпускается он вот в такой упаковке. И имеет вот такой внешний вид. Имеются крепления для листа, чтобы ребенку было удобно, чтобы лист не съезжал. По бокам есть карманы для хранения фломастеров, карандашей, красок. Есть ручка для переноски этого органайзера. Снизу для удобства продумана мягкая подушечка, чтобы ребенку было удобно ее держать на коленях. Яркий, красивый. Всем удачных продаж!